Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах уделено особое внимание вопросам последовательного повышения занятости и реальных доходов населения, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости, прежде всего, выпускников среднеспециальных, профессиональных и высших образовательных учреждений, снижение уровня безработицы. По инициативе Верховного суда совместно с Союзом молодежи Узбекистана и Наманганским областным хакимиатом организована ярмарка вакансий под девизом «Молодежь – созидатель будущего», направленная на решение задач по профилактике преступности и правонарушений среди молодежи. На ярмарке приняли участие более 350 предприятий и организаций субъектов предпринимательства, которые предложили свыше 3500 вакантных мест. Также молодежи, желающей наладить предпринимательскую деятельность, специалистами была дана подробная информация о банковских услугах, правилах кредитования, налоговых льготах. Президентом нашей страны созданы все условия для того, чтобы мы, молодежь, учились, получали глубокие знания, овладевали современными профессиями. Это способствует реализации нами своего интеллектуального и творческого потенциала, позволяет самоотверженно трудиться на пути процветания нашей Родины. В ярмарке труда особое внимание уделили ранее судимым, вернувшимся с мест отбывания наказания, и гражданам, выехавшим за рубеж на долгое время и вернувшимся на место постоянного жительства, неорганизованной молодежи и лицам, состоящим на профилактическом учете. Словом, 9280 человек имели возможность подробно ознакомиться с деятельностью предприятий и организаций, получить информацию об интересующих их рабочих местах, созданных условиях заработной плате. Наша текстильная предприятие ведет свою деятельность уже второй год. За счет средств кредита мы приобрели новую технику и технологии на 1 миллиард сумм. На сегодняшний день у нас работают 50 человек. Недавно создали еще 52 рабочих места, поэтому и участвуем на сегодняшней ярмарке. Уже подписали контракты и взяли на работу 20 человек. По итогам ярмарки вакансий 1179 граждан трудоустроены. Также участники получили исчерпывающую информацию об эффективном использовании приусадебных участков, методах и видах деятельности, доходах, которые может принести надомное хозяйство. Более 1700 человек получили направление для трудоустройства. Еще 3500 граждан были проконсультированы по трудовому законодательству.